Интрига заключается в том, что на этом концерте прозвучат под названием «Времена года» произведения двух композиторов, великого Петра Ильича Чайковского и современного нашего композитора Леонида Левашкевича. Один писал 1876 год, то есть 19 век, второй написал в 21 веке. «Времена года» — это философия жизни. Философия жизни. Вот мы очень, нас интересует, как пройдет концерт в Раменском, потому что мы начинаем турне по России. Концерт состоится и в Жуковском, в марте месяце состоится в Ульяновске. А для меня это особое испытание, потому что я буквально на днях в обработке вот прекрасного пианиста, лауреата международных конкурсов Андрея Бароненко, он завершил работу над сюитой, это сюита, куда, как ни странно, так получилось, что тоже у меня перекликается тоже временами года. Наш концерт, как видите, состоится 30 октября. Приглашаем всех жителей города на наш концерт. Думаю, что он будет интересный.